people, зацени мой ирокез. А вонзись, ортопеды, внедорожник, фирмы Land Cruise Беларусь, грязи не боюсь, давят все на своем пути. Ну, прикид, конечно, не филармонический, зато клубные герлы виснут на мне, как блохи на беззубой собаке. Видон свой я назвал «Не дай себе просохнуть». Имидж все, жажда ничто, открой кран и напейся. Ну, конечно, некоторых гопников раздражает, особенно тех, что в кинотеатрах садятся сзади меня. Как-то одна сладкая парочка твиксов полчаса за мной в кино сидела, сначала лобызались, потом слышу, герла лопочет: «Дима, я не пойму, почему на экране уже полчаса показывают одно какое-то гнездо». А этот твиксанутый отвечает: «Я, Леночка, даже вижу у Дода, который его свил». Ну что было неделю назад? Мы всей тусней рвем когти на Гринпис кислороду покурить. Иногда же к березкам тянет, правильно, спину почесать. Кстати, коктейль из березового сока с мартини, водкой, пивом и томатной пастой так плющит, что отвис по полному летному расколбасу. Как нас стягачило! Всю поляну ортопедами перепахали. Кроты подумали землетрясение. И тут, прикинь, в березовом лесу сок закончился. Не течет. Даже через соковыжималку. Пацаны мне уши парят, Чингачгук говорит: «У тебя прикид самый цивильный. Стартуй до деревни, притарань огненной воды, литров 5 мутного». Ну, подруга мне хурму дала в дорогу пожевать. Она мерзость зеленая, вяжет во рту. Ну, чё, пилю в деревню на примуху через кладбище. Не, не страшно, весь страх в коктейле растворился. Потом светло было, полнолуние. День благоприятный, пятница. 13-го, да откуда вы знаете? Тишина, ирокез, как парус в лунном свете. Ёжики со мной здороваются. Только я к окраине причалил, по всему селу собаки завыли. В крайнем дворе кобель меня узрел, метроном свой поджал, рванул к лесу с цепью, будкой и частью забора. Из хаты выскакивает мужик в семейных растоптанных трусах времен Колчака. Ну, колени в тепле. Перекрестился, кармультук на меня навел. Я словом молвить, а хурма язык вообще завязал. Мычу, как недойный кентавр. Из хаты вываливаются еще два телепузика. Рабочие колхозницы, а один с серпом, другой с кувалдой. А у меня, слышишь, пиплэп, от коктейля зрачки чуть расширены. Ну, белков не видно. Одни желтки. Фейс прикопченный. Пацаны-то пару покрышек в костер кинули. Один крестьянин меня кувалдой крестит и другому шепчет, говорит: «Видать, когда поле спахвали, мы его могилу потревожили». Я им мучу: «Учу!» Другой колхозник говорит: «Надо бы ему кол осиновый в сердце». Я головой замахал: «Не надо!» Третий крестьянин говорит: «Нервничает тварь рогатая, жертву требует». Скинул свой крамультук, я как дал кроссу, а колхозник мне верхушку ирокеза отстрелил, Робин Гад. Я в какой-то курятник ломанулся, куры меня заценили. Остолбенили.
Я думал, сейчас как разорутся, раскудахчутся. Они что-то наоборот все ко мне сжаться стали. Как к родному. Глазки строят, стонут в эротическом припадке. О, какой! И тут из темноты выходит конкурент. Клювяра во, ирокез больше моего, шпоры, мои ортопеды отдыхают. Но я побоев ждать не стал, вышел аккуратно через заднюю стенку, весь в омлете, пером оброс, сзади к штанам какая-то веревка на глушняк прицепилась. А в деревне уже революция, пальба, орут, загоняй нечистого на флажки. Бабы голосят: пришел к нам черт хвостатый, не взять его лопатой. Глазища бедовые, копыт пудовые. Конечно, пудовый, весь протектор на ортопедах куриным удобрением забит. Я в проулок ломанулся, навстречу загонщик несется, по кастрюле молотком лупит, меня, значит, пугает. Тут у меня хурма отлегла, и я ему говорю: опа, еда сама для себя кастрюлю несет. Он в обморок. Тут стайка девок бежит. Я к ним по-доброму говорю: доярочки, свинарочки, я за мутным пришел. Одна как визганет: девки, я его в кине видала. Вампир это, граф ото Дракула. Бабка божья, одуванчик, буквально передо мной через двухметровый забор перепрыгнула с теленком на плечах. Кричит: чур меня, антихрист, чур меня. Я говорю: бабунька, чур тебя я не хочу. Я хочу чур первачу. Тут мужики фляги катят, я возрадовался, кричу: бахарики, бухарики, отлейте синьки в баночку. Самый ломтевидный мужичак фуфло на себе рванул и говорит: кровь пей, а фляги не трожь. Пришлось мне обломаться. Вернулся я к своей тусне големым порожняком. Правильно наш президент культуру взялся подымать. Потому что если наш пипл кидается с вилами на будущее нашей страны, на продвинутую молодежь, вместо того, чтобы просто чисто удовлетворить ее насущные потребности, то это не просто отстой, а, выражаясь культурным языком, кранты, виллы, караул, тундра, стойбище, аул. Клянусь своим ирокезом!